19 апреля в актовом зале лицея имени Лобачевского собрались учащиеся 7-10 классов на урок, посвященный памяти жертв Великой Отечественной войны в рамках всероссийской акции «День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны». Лицеистам рассказали о том, что такое геноцид, кто такие нацисты и какие наказания предусматриваются за подобные действия. Мероприятие называется «День единых действий». Его цели – это сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне и донесение до обучающихся лицеев, школьников, информации о тех потерях и о тех злодеяниях, которые совершили нацисты в годы Великой Отечественной войны на территории Советского Союза. Акция, как и другие подобные мероприятия, проводится в лицее ежегодно, и каждый раз в ней участвуют более 500 учащихся. Все лицеисты с 5 по 11 классы. И это приносит свои результаты. Не так давно в учебном заведении проводилась викторина на знание основных фактов истории Великой Отечественной войны, где большинство участников продемонстрировали хорошие результаты. Патриотическое воспитание для школьников, безусловно, важно, и важность его возрастает, потому что в современном мире конструируются разного рода исторические мифы, в том числе направленные на уменьшение роли Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, на уменьшение его роли в победе над Германией. И, безусловно, школьники должны знать неискаженную историческую правду о злодеяниях нацистов. В конце лекции лицеисты смогли порефлексировать, ответив самим себе на важный вопрос от учителя. Для чего же необходимо сохранить и знать историческую правду о преступлениях нацистов в отношении мирного советского населения? Надежда Дик, Фарид Захитаглы, Универньюз.